Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня мне пришла посылка от моего лучшего друга. Подарок мне на юбилей он сделал. И пришла вот такая вот упаковочка с моделями, которая даже не влазит в объектив камеры. Сейчас вскрою, покажу и расскажу, что мне прислал Михаил Лебедев. За что Мише особое и огромное спасибо. Отлично запаковал. Завернул все добротно. И прислал мне довольно интересные модели от фирмы «Звезда», которые я с удовольствием соберу. Соберу упаковочку. Ну и вот модель. Тут еще скотчем. Модель ПЗ-4. Модификация H от фирмы «Звезда». Довольно интересная модель, которую я с удовольствием соберу. Модель 2017 года. Друзья, а вот эта коробочка есть на сайте моделистов коробка.ру. Очень интересный конкурс «Анонимные Деды Морозы». И вот эту коробочку я взял в подарок своему виртуальному внучку с коробки. Мы каждый год делимся и обмениваемся подарками. Рандомно выбирает компьютер. И внучки каждый год, как и Деды Морозы, разные. Конечно же, я не только ему модель отправлю. Много еще положу. Рассчитываю купить магнитики, конфеты и кое-что еще. И вот еще подарок от Миши. Урал 4320. Модель. Новинка 2018 года. Тоже модель очень интересная, которую я с удовольствием соберу. Спасибо большое, Миша, если смотришь. Огромное спасибо. Ну вот, друзья, скоро будут на канале обзоры по данным коробочкам. Спасибо, что смотрите. Оставляйте комментарии. Кто не подписался, подписывайтесь. Всех благ вам и вашим близким, друзья.